Сегодня в рубрике «Сердце и сосуды». Новости для специалистов. Европейский журнал сердечно-сосудистой визуализации. Источники эмболов при инсульте. JAHA. Аэробные нагрузки восстанавливают уровень адрапина. Клинические наблюдения. Редкое наблюдение синкоп при синдроме Ди Джорджа у взрослого. Вы на канале доктора Посохова. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наконец-то опять суббота. Сегодня 5 июня, раннее утро, и это значит, что, несмотря на лето, я передаю вам информацию о статьях в западных журналах, которые я недавно прочитал, и выбрал из них наиболее важные, на мой взгляд, и делюсь с вами об этом. Смотрите мои сообщения каждую субботу по киевскому времени в 7, по московскому в 8, а летом в 7, в западном Казахстане в 10, летом в 9 и так далее. На кардиоаортальную эмболию головного мозга приходится примерно 15-30% ишемических инсультов, и ее часто называют кардиоэмболическим инсультом. У четверти пациентов имеется более одного сердечного источника эмболии, а у 15% имеется значительный цереброваскулярный атеросклероз. После тщательного обследования до 30% ишемических инсультов остаются криптогенными, недавно переопределенными как эмболические инсульты из неустановленного источника. Диагностика кардиоэмболического инсульта остается сложной задачей, поскольку потенциальный сердечный источник эмболии не определяет механизм инсульта. В связи с этим представляют интересы рекомендации Европейского общества сердечно-сосудистой визуализации по выявлению эмболических источников, одобренные канадским обществом эхокардиографии. В этом документе в качестве руководства по диагностике потенциальных сердечных источников эмболии рассмотрена роль визуализации сердца, транстракальной эхокардиографии, трансэзофагеальной эхокардиографии, компьютерной томографии сердца и магнитно-резонансной томографии. Контрастная эхокардиография, как трансторакальная, так и через пищеводное, очень точна для выявления тромбозов ушка левого предсердия при фибрилляции, клапанной и протезной вегетации и тромбоза, атеромы, дуги аорты, открытого овального окна, дефекта межпредсердной перегородки и внутрисердечных опухолей. ИКТ и МРТ обладают высокой точностью для обнаружения тромбоза полостей, внутрисердечных опухолей и тромбоза клапанного протеза. Таким образом, эти методы следует рассматривать в дополнение к трансторакальной и через пищеводной эхокардиографии при обнаружении сердечного источника эмболии. Фибрилляция предсердия остается основной сердечной причиной эмболии, хотя некоторые характеристики дисфункции левого предсердия и его ушка остаются спорными, например, геометрия, дисфункция ушка, деформация правого предсердия, спонтанное контрастирование, улучшение визуализации атерома аорты, внутрижелудочкового тромба, тромба предсердий, клапанных масс может привести к лучшему исследованию этиологии ишемического инсульта. Несмотря на это, 1/3 ишемических инсультов имеет неясную причину, что привело к концепции ИЕСУС, то есть эмболические инсульты из неустановленного источника, вторичные по отношению к так называемой кардиомиопатии предсердий. Ее дополнительно характеризуют деформация левого предсердия по эхо, фиброз
по МРТ, биомаркеры и эхомаркеры, а также аномалии ритма. Заслуживают тщательного изучения аномалии межпредсердной перегородки. Это помогает обсудить показания к закрытию овального окна после всестороннего обсуждения и исключения других возможных причин, включая скрытую фибрилляцию предсердия. А тут нужно холтеровское мониторирование или другой там дополнительный мониторинг ритма, включая имплантируемые кардиомониторы. В заключительных главах документа авторы предлагают диагностический алгоритм, в котором эхокардиография считается инструментом первой линии в поиске сердечного источника эмболии, а КТ и МРТ считаются альтернативными и дополнительными инструментами, и они описываются в индивидуальном порядке. В общем, как-то так. Извините, что очень поверхностно я сообщил про этот объемный и важный документ, достойный скрупулезного изучения. Чтобы его найти, перейдите по ссылке в описании этого видео на YouTube. А если сильно торопитесь, то просто сохраните себе это видео. Кстати, я также могу порекомендовать дружественный канал «Академия Стоп Инсульт», который ведет профессор Евгений Широков. Ссылка на него там же. На этом канале вы найдете массу информации экспертного класса по проблемам инсультов. Адрапин – это пептидный гормон, который способствует выработке оксида азота за счет активации эндотелиальной НО-синтазы в эндотелиальных клетках. Его циркулирующие уровни снижаются с возрастом. Обратите внимание, не атропин, а адропин. Как влияют аэробные упражнения на этот гормон, изучили авторы статьи в журнале Американской кардиологической ассоциации под названием «Аэробные упражнения восстанавливают связанное со старением снижение уровня артериального адропина и улучшают индуцированную адропином вазорелаксацию, зависящую от оксида азота». Исследование состоит из двух частей. Первое – исследование модели с животными, в которых авторы предполагают, что упражнения восстанавливают связанное со старением снижение артериального и циркулирующего адропина и улучшает индуцированную адропином НО-зависимую вазорелаксацию. Во второй части авторы предположили, что результаты первой части будут соответствовать данным, полученным на пожилых людях. Предположения подтвердились. Авторы показали, что пожилой возраст связан со снижением экспрессии мРНК, митохондриальной РНК, артериального адропина и концентрации в плазме наряду с ухудшением функции эндотелия, продукции артериального НО и индуцированной адропином вазодилатации. Примечательно, что 12-недельная программа аэробных нагрузок у экспериментальных животных увеличивала экспрессию мРНК артериального адропина, а также его концентрацию в тканях и плазме наряду с улучшением функции эндотелия, продукции артериального НО и адропин-индуцированной вазодилатации. В качестве подтверждения этих результатов авторы продемонстрировали, что 8-недельная программа аэробных тренировок у пожилых людей повышала уровни циркулирующего адропина и что эти эффекты также коррелировали с увеличением циркулирующего оксида азота НО. Изменения артериального адропина, которые происходят с возрастом или при
тренировках, связанные с изменениями функции эндотелия и продукции НО, оксида азота, что подтверждает идею о том, что адрапин следует рассматривать как терапевтическую мишень при старении. А аэробные упражнения следует рассматривать как эффективную терапевтическую стратегию для повышения уровня артериального адрапина и функции эндотелия у пожилых людей. Поздно диагностированный синдром Ди-Джорджа у 44-летней женщины как редкая причина повторяющихся обмороков во взрослом возрасте. Так называется статья в недавнем выпуске Европейского кардиологического журнала «Клинические наблюдения». 44-летняя женщина была госпитализирована для обследования в связи с синкопами и длинными интервалами КТ. Гипокальцемией. В остальном она мне с ничем не примечателен. Пациентка отрицала употребление наркотиков и алкоголя. Наследственных заболеваний в анамнезе не было. Первый обморок у пациентки случился в 2014 году, когда она выполняла работу по дому. Это произошло без продромального периода, без признаков вазовагальной реакции. Напомню, что к такой относятся тошнота, потливость, нечеткость зрения, покалывание в губах или кончиках пальцев. Падение, вызванное обмороком, привело к перелому арки шейного позвонка. И она была госпитализирована. При поступлении сатурация кислорода 98%, АД-124 на 65, ЧСС-80. Цианоза, отека, хрипов в легких не было. Не было очаговых нервных расстройств. Компьютерная томография черепа исключила церебральные патологии. ЭКГ при поступлении показала удлиненный интервал КТ, связанный с гипокальциемией. Уровень кальция 1,4 ммоль на литр. Эхокардиография показала апикальную гипокинезию, а коронарная ангиография выявила нормальные коронарные артерии. Магнитно-резонансная томография сердца исключила структурное заболевание и признаки миокардита. Повторное ЭКГ, когда уровни кальция в сыворотке были в пределах нормы, показало нормальный КТ. При 7-дневном холтеровском мониторинге значимых аритмий зарегистрировано не было. Гипокальцемия интерпретировалась как следствие недавно диагностированного первичного гипопаратиреоза и была начата заместительная терапия витамином D и кальцием. Однако пациентка призналась, что прекратила принимать лекарства. В 2019 году внезапно произошел еще один обморок, который привел к перелому челюсти и костей кисти. Физикальное обследование, включая неврологическое, без особенностей. КТ не выявило ни внутричерепного кровотечения, ни ишемического события. Левотироцитам по 500 мг два раза в сутки был назначен неврологом в связи с повышенной эпилептической активностью на электроэнцефалографии. При отсутствии других возможных причин предполагалось, что вот это событие, этот обморок был связан с гипокальциемией. ЭКГ при поступлении для настоящего обследования не показало значительных нарушений проводимости и аномалий реполяризации. Телемониторинг был ничем не примечателен, за исключением единственного трехминутного эпизода самопрекратившейся наджелудочковой тахикардии с внезапным началом и частотой сердечных сокращений 140 без какого-либо гемодинамического нарушения.
Лабораторные тесты показали гипокальциемию 1,76 ммоль на литр из-за снижения выработки парадгормона. Все остальные электролиты были в пределах нормы. Гемоглобин 12 мг на децилитр, высокочувствительный тропонин не был повышен. Авторы впервые отметили легкую дисморфию лица. Выступающий нос с большим кончиком и гипопластическими ноздрями, маленькие дисморфические уши. Вот здесь несколько иллюстраций из интернета подобных дисморфий. Сочетание приходящей гипокальцемии с такими чертами лица указывает на один из велокардиофациальных синдромов. Здесь «вело» означает «небо», а именно синдром Дид-Джорджи. Последующий генетический тест показал микроделецию в 22-й хромосоме, и это подтвердило диагноз. Поскольку у пациентки было удлинение КТ сразу после первого эпизода, следовало предположить, что она испытала аритмогенный обморок, и это было вызвано синдромом удлиненного КТ, вызванным, в свою очередь, гипокальцемией. Поэтому было решено установить регистратор для обнаружения аритмических событий. Была начата заместительная терапия карбонатом кальция по 500 мг два раза в день и витамином D по 1000 единиц в день. Уровень кальция контролировался каждые 3 месяца, а дозировки корректировались эндокринологом по мере необходимости. После этого не было ни одного обморока в течение 12 месяцев и не было никаких аритмических событий, сохраненных регистратором. Синкопальное состояние, обморок – это распространенный симптом, которым хотя бы однажды в жизни страдают 40% людей. Этиология разнообразна и включает сердечные и внесердечные причины. Синдром Дид-Джорджи связан с микроделецией в области 22q11.2, 22-й хромосомы, но патофизиология полностью не изучена. Большинство случаев являются результатом мутации де-ново. Пораженная область является одной из самых сложных областей в геноме и включает в себя гены, которые отвечают за кодирование белков, регулирующих нормальное развитие сердечно-сосудистой и нервной систем. Клинические проявления зависят от степени вариабельности генов и варьируются от легкого до тяжелого, врожденного порока, клеточного иммунодефицита и гипопаратиреоза. В случаях с неспецифическими симптомами синдром Дид-Джорджа может быть диагностирован поздно, что приведет к отсрочке соответствующего лечения. Среди наиболее распространенных клинических признаков синдрома Дид-Джорджа у взрослых эндокринные нарушения, включая гипотиреоз и гипопаратиреоз, тромбоцитопению с носовыми кровотечениями, рецидивирующие инфекции из-за низкого количества Т-клеток, а также психотические расстройства и расстройства настроения. Наблюдаются аритмические явления, которые связаны с электролитными нарушениями, особенно с гипокальцемией из-за недостаточной активности паращитовидных желез. После подтверждения диагноза следующим шагом является обследование пациентов на предмет других известных проявлений болезней. Психиатрическое обследование, сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения, иммунологический статус и так далее. Взрослые с синдромом Дид-Джорджа склонны к умственной отсталости, развитию психических расстройств, особенно шизофрении. Риск примерно в 20 раз выше, чем у здоровых лиц. Высокая частота эндокринных расстройств требует регулярного обследования у эндокринолога. Учитывая, что у пациентов с исправленными пороками сердца могут развиться рецидивы
и потребоваться повторная операция, также рекомендуется тщательное кардиологическое наблюдение. Ну, вот такие вот попались разноплановые новости, что даже обобщить их как-то не получается. Кстати, тут есть еще и мои предыдущие новости, и мои лекции, которые я иногда готовлю. Пока-пока.